Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить навес размер 7 на 6 метров. Пока приехали, разгрузились. Начинаем сборку. Начнем с основания. Основание будет из трубы 8 на 8. К нему будем приваривать столбы и строить весь каркас на этом основании. Каркас навеса практически готов. Сейчас его окончательно обвариваем, зачищаем. Сейчас докрутим прогоны, протянем болты и начнем крыть навес поликарбонатом. Монтаж навеса. Напоминаю, строили навес. Размер у нас по крыше 6 на практически 8 метров. Высота в длинной части 3,5 метра, в короткой, в низкой 2,5, а здесь даже больше 3,7 на 2,5. Вот такой очень высокий навес. Ветровые фермы обустроены по торцам. Стоит он на столбах, столбы 80 на 80, закреплены с помощью сварки к основанию, тоже из трубы 80 на 80. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Фермы сделаны из трубы 40 на 40, 40 на 20. Фермы и столбы крепятся с помощью болтов. Поликарбонат здесь бронза, 8 мм. Все торцы защищены торцевым профилем. Крепится с помощью термошайб и профиля системы база-крышка. Вот такой отличный навес. Шикарный, высокий у нас получился. У меня на этом все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх. Всем пока.